Хей, йо, гайз, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Пикунику. Или Пиканика. И мы с вами отправляемся. Отправляемся мы куда с вами? Так, сейчас целим. Тостопония. Стопия. Да. Да, начнется же испытание. Погнали, посмотрим, что за испытание тостера. Основная цель — доберитесь до клуба. Лишь смерть устан... Так. Уготовлена тем, кто пробудит меня ото сна. Тостопия, выберитесь из тостопии. Что ты здесь делаешь? Мне кажется, меня тост убьет, да? Да, меня тост убивает. Ой, тихо. Короче, нужно по порядку идти. Вот черт. Изи. Все? Твоя сила может быть велика, но дети мои сильнее. Он имеет в виду тостики, да? Да, хорошо. А, вот здесь мне, походу, нужно было приседать. А, так меня сами именно тосты не убивают, да? Шема. Черт. Так, сейчас он стрельнет, побежим. Ай, достал все-таки. Легко. Эй, нужно подождать время. Блин. Фух, готово. Хватит! Откликнитесь на мой зов! Так, выплесните свой гнев. О-о-о-о! Ой-ой-ой, они что, за мной летят? Интересно, они именно за мной летят? Они через стены летят. Ой-ой-ой, тихо. Оп. А, ну так они легко уворачиваются. Тихо. Давай. Тихо. Вниз! Покатились. Блин, честно, кто бы мог предположить, что ты сделаешь, что ты сюда доберешься. Впечатляющая настойчивость, да? Может, у тебя была веская причина меня пробудить? Не знаю. Я гостей-то особо не жду. Ни чая нет, ни музыки, вообще ничего. Значит, мы тут теперь вдвоем. Нас всегда вместе. Ты присаживайся. Чего стоять там? Что, сюда присесть? Нет! Как же так?
А интересно, а если бы я присел? Вот очень интересно, если бы я присел. Доберитесь до клуба. Ага. Ну, без тостов как... Тостами. Так, кстати, я хочу еще раз. Могу еще раз? Пожалуйста, 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 я хочу вернуться. Верните меня в тост. Эх, ладно. Цели. Жалко. Я думал, типа, я теперь смогу это. Ну, ладно. Ну, вы поняли, да, примерно, что я думал. О. Демонический тост. На один трофей. Добрый день. Желаете войти в клуб Sunshine? Желаете... Да. Ок. Приступаю к анализу лука. Прошу вас не двигаться. Провожу расчеты. Не двигайтесь. Усиленно провожу расчеты. Не двигайтесь. Ваш лук недостаточно пафосен для этого клуба. Наберите пафоса и возвращайтесь. Но у меня есть очечки. Нифига себе. А ну-ка, тихо. Добрый день. Желаете в клуб? Да. Не двигайтесь. Хорошо, не буду двигаться. Провожу расчеты, не двигайтесь. Усиленно провожу расчеты. Решение принято. Лук признал удостоверение по нижней планке. Проходите. Нет, серьезно, солнечный очки. Так. Нет, серьезно, слышно. Этому тренду уже 100 лет в обед. Ну, так и быть. Заранее. Пожалуйста, заходите. Так, а мне интересно, что? Цели? Подождите, ну это основная, да, куда мне нужно? Поэтому давайте мы не туда пойдем, а куда-то другое место. Тихо-тихо. Почта. А, и... Так, мне нужно и... А почему? Я что, не могу отправить, типа? Ну ладно. Так, еще одно сливочное масло. Пойдемте в эту сторону. А, тут робот, мне не пройти, и внизу есть какой-то потайник. Слушайте, а мне вот интересно, если сейчас вернусь в самое начало... О, тихо. Ну, здесь тоже нужна эта фиговинка. Я вернусь в самое начало, где мы были. И... Можно отправить открытку или принести открытку. Эй, слушай, мне диско понравился твой рисунок на дереве. И я заказал футболку с таким принтом. Правда, на сайте напутались с размером, но она все равно очень классная. Шикардос. Может, стоило спросить разрешение? Так, да. Я теперь самый стильный в городе. Так. Хотя, давайте, я думаю, все-таки вернемся назад. Там не так далеко. А хотя нет, там очень далеко возвращаться. Ладно, пошлите. Вернемся туда, когда мы уже с вами этот получим. Так, нам нужна какая-то карточка. Мы в город основной вернемся, когда добудем вот это... Или масло, или что это, я не понимаю. Короче говоря, когда добудем эту фигню, тогда и отправимся. Тихо.
Эй, сюда. Это клуб Шиншайн. Так, его построил Шин... Сан... А, Саншин. Саншин Инк. Чтобы нам тут жилось весело. Пока не вырубает наши леса. А, народ шляп... Так. Пляшет ему шершительный пофиг. Прям, что-то... Мы вроде на одной волне. Но в такой вопросах нельзя быть слишком уверенным. Мы даже не знаем, откуда ты. Вдруг ты шпионишь? Или еще что-то похоже? Симулякр. Созданный коллективным бессознательным. Суть в том, что нам нужно доказательство лояльности. Видишь вон тот того робота? Ну? Он называет себя королем диска. Никто не осмеливается вызвать его на танцевальный поединок. Если ты и вправду за нас, то легко его перетанцуешь. О, да. Размажь его по танцполу. Мы наблюдаем. Так, мне нужно... Свэк, прикид. Узри меня. Я король танцпола. Ты осмелился сбросить мне вызов? Ага. Ахахахахаха-ха. Ха-ха-ха-ха. Приготовься к унижению. Начали. Еще одна мини-игра. Так, перетанцуйте робота. 1, 2, 3, 4. Пока что нормально. А, я лоханулся, жаль. Весело, весело, весело. Ой, тихо. Блин. И? Я просрал, да? 63, 64%. А, 77, 78 даже. Изумительно продолжить. Да можно даже его еще раз вызвать на поединок. Поговорить с приятелями. Кто здесь крутой? Кто здесь крутой, а? А? Я здесь крутой. О, да. Это моя песня. Должен танцевать. Оп-оп-оп-о! Ну вот, теперь понятно, что тягаться с роботами ты не боишься. Держи, пригодится, когда придет время. Ключ-карта. Как раз то, что мне нужно. Выясните, что открывает этот ключ. Черт. Как плавно ты двигаешься. Ну, это-то да. Может, в очках за... 70 рублей будем ходить, а? Интересно, он все видит? Выкра-кра... вот это... А ну-ка. Я думал, может, он и почту видит. Ладно, погнали вниз. Вниз, 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 вниз. Так, ну, надо цель выяснить, что открывает ключ-карта. Так, ладно. О, вот и где. Мы тут здесь... Добрый день. Мы рады приветствовать тебя. В Эльбунко. Что? Какой нафиг Эльбунко? Это бункер на другом языке. Ты выдумал это слово. Зато оно прикольное. Да, нет. На самом деле мы на заброшенной станции метро. Нас тогда еще в плане не было. Это вроде как первый проект Саншина Инк. Метро должно было быть по всему острову идти, но
проект свернули, а все электричество перенаправили обратно в штаб-квартиру. Здесь никто не работает. Но... Так как мы нуждались в безопасности убежища, где мы сможем планировать свои операции и куда не ходят роботы. Именно здесь мы разбили свою базу. Пойдем, я тебе все покажу. Ну, полетели. Повстанцы. Сердце Ульбунко! Так, блин, что он так резко говорит? Да хватит уже! Это не бункер, хватит называть это Эльбунко. Эльбунко. Ну, так вот, это у нас гостиная, мы тут встречаемся. Позади находится кровать, если кто-то вдруг устанет. Нужно будет сходить в кровати. А здесь комната для... брифингов, где мы смотрим свои планы. Перед вылазкой нужно основательно подготовиться, чтобы обошлось без потерь. И без застревания в деревьях. Далее. Наверху у нас серверная. Что за секретная база без компьютеров? На них есть пинбол и другие игры, на которые у нас нет времени, потому что скоро вылазка. Скоро? Какая вылазка? А? Ты же не в курсе, давай объясню. Ты наверняка знаешь о корпорации Sunshine Inc., которая выдает всем деньги просто так. Оказывается, не просто. Мистер Sunshine утверждает, что собирается мусор, но на самом деле он лишает регионы целых природных ресурсов. А деньгами он просто покупает внимание граждан, пока роботы творят черное дело. И поэтому никто не возражает. Черт, его знает, зачем мы это рисуем. Так, правильно? Проблема в том, что если так пойдет дальше, то скоро мы останемся без деревни. Через пару дней они вырубят все деревья и придут рубить дома. Мы же в деревнях живем. В деревьях. Мы пытаемся остановить злодейство Sunshine Inc. И начнем с того, чтобы сломать робота в лесу. Поговори с ним, если нужно, подробности. Основная цель... планы. Планы. Прикольно план выглядит. Пнуть шишку и все. Так. Не открывается. Но это обратно. Так, рассказываю о вылазке подробнее. Да. Ну так вот. Ты уже знаешь о нашей спецшишечке, которая взрывается при ударе. Мы их будем в тебя кидать, а ты будешь их отпинывать. Если нам немного повезет, то одна из них пролетит прямо роботу в лицо. Но если что-то пойдет не так, берегись его пыли. А пилы. Она тебя пополам одним ударом разрубит. Разрубить может. Ну, это окей, это очевидно было. Это было очевидно, погнали наверх. Что такое? Ой, стой, тут секретка. Сопротивление. Найден трофей. Так, я хочу поиграть. О, ништяк. Так, ну здесь, походу, ничего нету. Ладно. Пойдем вниз. На этот... Так, на этого робота целый ворох шишек понадобится. Не переживай, у меня все схвачено. Как я с ним, да, взаимодействую. Ну ладно, тогда погнали наружу. И нужно посмотреть за трофеем. Цели. Трофеи. Так, а я какой-то трофей, походу, пропустил.
Тогда возвращаемся обратно за трофеями. Оливковое масло мне все равно нужно где-то взять. Одолейте огромное лесное чудовище. Сейчас все сделаем. Так, Зем. Так, просто отвесь робота, так, пендаля, по готовности. Только это он может рассердиться. Да, он не рассердится, я думаю. Ой, там что-то есть, слушай. Вот там кто-то в траве. Обнаружена агрессивная форма жизни. Перехожу к обороне. Битва с боссом, ничего себе. Эй, сюда! Береги силу. Game over. Так, ну давай еще раз. Эй, сюда! Берегись пилы. А, ну, в принципе, можно понять, как они будут действовать. Давай, давай, С, С, С. Короче, глаза ихние. Вот, он туда сейчас пойдет. Пинай ее. Ай, не удалось. Ого, как он быстрый. Манать! Это что было? Это что было за подстава? Это была подстава. Давай, давай, давай. Не, ну это рель подстава. Пинай ее. Ну, поехали. Ух. Готово. Но, блин, из-за того, что я одну шишку упустил, это может плохо кончиться. Нужно, короче, заранее на них идти. Давай, 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 давай. Битва с боссом. Получил. Вот, видите, они типа останавливаются на моменте, когда я прыгаю. Это... Так. Готово. Ты почему ты бьешь не туда, куда надо? Ну тактика, в принципе, понятная. Неужели? Ну, в принципе, три удара и все. Круто. Получилось? Празднуйте победу. Робот-годец, деревня спасена. Без тебя у нас ничего бы не вышло. Спасибо. Добрый день. А! Кто? Что ты такое? Как ты нас нашел? Ты опять дверь не закрыл? Я всегда дверь закрываю. Она была открытая. Виноват. Я могу позже зайти, если помешал? Да, ты не помешаешь. Просто это вроде как секретная база. Нам тут только роботов не хватало. Вот, из-за роботов я и пришел. Я в деревне рядом с лесом живу. Роботы Шаншин у нас кукурузу собирают. А взамен дают нам деньги. Только я не знаю, нафиг они нам нужны. Мы там все уже супер богаты. И я люблю кукурузку. Жизненно, у нас в деревне такая же проблема. Была проблема. Нам удалось сокрушить робота. Я за вами следил, так что можете не рассказывать. Но еще немного, и мы так совсем будем кукурузки останемся. И у нас наступит голод.
И никто ничего не хочет предпринимать? Нет. Все сидят и ждут, пока робот принесет денежки, которые фактически обесценились. Ага. Так что я решил попросить вас сломать робота. А почему бы и нет? Да, вперед, команда! Пойдемте на... Напинаем его железную задницу. Спасибо. Меня сейчас быстро туда отправят. О, все. Так, рассказываю о вылазке подробнее. Да. Ну так вот. Сначала тебе придется вернуться в деревню в долине. Мы будем ждать уже на месте. Говорят, там сейчас сезон дождей, так что робот работать не должен. Самое время его разозлить. А так, отвесь ему пинка и проведи ему к нам. Только осторожно, а то они тебя проглотят. В смысле, я потом должен его сюда вести? Нихера себе вы придумали. Слушай, я тут смастерил для тебя кое-что. На, держи. Леечка, шляпа леечка. О, цветочные всякие поливники можно. Нуйс, ребята, то как раз, что мне и нужно. Леечка. О. Почему этот изменился? Он же сереньким был. Ну ладно, приехал новый. Так, леечку мы сейчас будем использовать. Сначала давайте в ту сторону вернуться в долину. Вернуться в долину мы успеем. Я хочу отправиться сначала полностью в левую сторону. Вот туда сейчас придем. Так, вот вам еще нужна леечка. Так, тогда у нас здесь прохода не было. А, тут и до сих пор нет прохода, черт. Ну ладненько. Тогда делаем вот как. Сначала лезем вниз. С. Бац. Голова лейка. Ох, боже, серьезно, мне нужно, короче, сейчас шишку. Ой, шишку, желудь, каштан уже говорю. Мать! Это сложно. Это действительно сложно. Желудь. Ну, давай, немножечко. Туда, наверх, ну наверх. Ладно, давай с этой стороны. Блин, и по-другому никак не закинуть. А-а-а, вот я дурачок. Ну ладно. Готово. Это логично, что я могу туда пойти. Блин, жалко, что... Так, так. Жуки, я уже иду. Червяк. Танцоры. Ну, танцоры, жуки эти. Черт. Прическа у червяка появилась. Неожиданно. Так, куда это я отправляюсь? Сэм. Так, цели. Вернуться в долину. Ай. Так, ну мне предлагают, типа... Ой-ой-ой. Типа монетки дальше собирать, значит еще что-то будет.
Да, хорошо. Что вы мне тут предлагаете сделать? Легко. Легко. Почти. А, то есть она стреляет чисто, когда я наступаю. Хорошо. Блин, ну черт. Вот тайминги, тайминги, тайминги. Вот так, тихо, тихо. Вот так, о, идеально. Да, прыгнул, да, прыгнул. Привет, жабка. А что тут, что секретное есть? Тут ничего ж нету. Ясно. Да ё-моё, чё ты не прыгаешь? Не, вот в игре плохо сделано то, что он не сразу прыгает. Нормально. Прыгать по блокам опасно. Ну все, здесь легко. Так, а... Ладно. Ну, я понял, что пароль находится... Находится здесь. Да? Я монетку не взял. Так, короче, сердца мне нужны. Тихо, тихо! Так. Отлично. И меня все равно умудрились убить. Хотя бы дверь не сломалась. Так, мячик я возьму, вдруг пригодится. Я чувствую, что я был прав. Нет, тихо, шарик! Нет, 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 не в ту сторону. Давай, давай, ну! Поднимайся! Поднимайся! Так, отлично. Отлично. Серьезно? Наденька. Монетки. Монетки возьму. А, там черная жижа. Я понял. Я понял подвох. Так, я могу только в одно место пойти. Шишками. Да я туда вообще попасть не могу. Походу да. Ну, давай, теперь как-то будем желуди раскидывать. Давай, давай, давай. Желуди, желуди полетели, полетели. Давай, 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 давай. Вот, классно.
Что в лес попало? Так. Внутрь, тихо. Не туда, не туда. Идеально. Теперь мне 20 монеток. Огромный зуб. Золотой зуб серебряной жабы. И это у нас что, типа активный предмет или что? Так, это не шапка. Так, ай, галазик. Так, нулечко возьму и отправимся, наверное, в первую локацию, когда нам и нужно. Но сначала нужно до конца еще наверх сходить. Полить. Так, возвращаемся. Все. Идеально. С этим у нас была фигня. Оп. Но обратно я... Да, я смогу обратно выбраться. Так, где там у нас доски были? Вот они, наши доски. Так, а здесь можно было наверх залезть. Ух ты! Ха! Прикольно. Или нет? Теперь нужно ждать, пока облако обратно вернется. Вы видите трубу, да? Это я в трубе. Бегать за тобой. Так, еще 4 монеты. И тут дело в том, что я ни одну не подобрал. Так, по идее, за вот этот сейчас проход я должен взять ее. В принципе, готово. Ну все, в принципе, нам осталось только вернуться в самое начало. Зачем мячик здесь, интересно? Воу! Я этого не видал. Привет. Огромный робот. Трофеи, трофеи, трофеи. Я что-то, кажется, уже приезжал, разве нет? Ладно, я думаю, короче, давайте докатимся до следующей локации и закончим. Да, сохранилось. Давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока!